Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы разбираем замечательную известную песню «Три белых коня». Музыка Евгения Крылатова. Приступаем к разбору и возьмем первую строчку. Это у нас 5 тактов. 5-6 тактов. У нас нет приключений никаких знаков. Я вам сделала бы в ля миноре, вам сделала, чтобы удобно было поиграть. А вот весь басовый ключ подписан словами для тех, кто не знает басовый ключ. Если хотите быстро играть, то смотрите пальцы, которые я подписываю, потому что это очень важно для скорости, чтобы у вас пальчики удобно вам было. Смотрите пальцы. Значит, первая строчка и 6 тактов. Первая нота до второй октавы. И вы ставите пятый палец сразу. И пальчики следующие и нотки идут вниз по порядку. Си, ля, соль, фа. Дошли до фа первым пальцем. И дальше через ноту. Ля, до, ми, ре. Остановились на ре. И октава. Соль, соль, фа, фа. Вот пока здесь остановимся. Еще раз смотрите. До, пятый палец. Стоим на нем. Дальше спускаемся до фа. Си, ля, соль, фа. Сидим. Через ноту ля, до, ми. Второй, третий, пятый, четвертый на ре. Соль, соль, первый, пятый. И рядышком на фа четвертый. И четвертый. Остановились на фа. Здесь у нас будет пока остановка. И смотрим левую руку. В левой руке аккорд ля, арпеджио ля, ми, ля, крайние звуки октава, ля, ми, ля, и добавляем вторым пальчиком си, до. Ля, ми, ля, си, до. Дальше, смотрите, ре, ля, ре, добавляем ми, фа. Следующее соль, ре, соль, ля, си. Вот эти три арпеджио запомним. Сначала от ля, потом от ре и от соль. Еще раз. Ля, ми, ля. Добавим си, до. Рядышком. Ре, ля, ре, ми, фа. Соль, ре, соль, ля, си. Все. Выучите левую руку. И пальцы здесь пятый, второй, первый, второй, первый везде. Либо пятый, второй, первый, третий, второй. Как вам удобно, так и играйте. И мы начинаем соединять с вами. Смотрите, здесь пятый палец на до и здесь на ля. Да? Они вступают вместе руки. И сначала до держится, играет только левая рука. Вместе играет левая ми. Ля, си, до. Вот она сыграла свою партию левая и начинает правая.
си, ля, соль, фа. Вот до фа дошли вы, но на фа уже вступает левая рука. Ре. Левая играет свою партию. Ля, ре, ми, фа. Дальше играет правая. Ля через ноту до, через ноту ми, дошли до ми. И вот на ре, верхнюю четвертым пальцем, мы ставим ноту соль в левой руке. Вместе. Ре, соль, ля, си. Сыграла левую свою партию. И дальше соль первым, пятым. Соль октава. Фа, фа. Вот сюда мы пришли, пока здесь остановимся. Еще раз. До и ля вместе. Чуть-чуть сдвинем темп. До, ми, ля, си, до, си, ля, соль на фа, ре у нас. Ми, фа, ля, до, ми, ре, да, ля, си, соль, фа, фа. Еще раз. До, ми, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ля, ре, ми, фа. Вот так, смотрите, вместе левая, 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 правая. Вместе левая, 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 правая, правая. Вместе левая. Хорошо. И если вам нужно сдвинуть темп, то потихонечку сдвигайте темп. Пробуйте прям буквально одну фразочку какую-то. Да-да-да-да-да. Раз, да-да-да-да-да-да-да. Вот попасть, допустим, на фа и на ре попасть. Да-да-да-да-да-да-да-да. Попали на фа и ре, а чтобы попасть туда, куда нужно, нужно как бы зависнуть. Да-да-да-да-да-да-да. Приготовили. Ре дошли. Вот. И тогда только нажимаете. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Можете поиграть даже кусочками. Раз, да-да-да-да. Вот так вот. Как бы с остановками на длинных нотах. На два такта сыграл. Или один даже такт. Ровно. Вот, мы пришли сюда, к следующему нашему кусочку. Повторение. Вот до сюда доиграем. Это у нас 5 тактов. Правая рука у нас пришла к ноте фа, второй октавы. И вниз спускается мелодия фа, ми, ля, си. И как сначала до, си, ля, соль, фа, ре, си, ля. Угу. Вот это все. Еще раз. Фа четвертым, третьим ми, ля первым. Вторым си. И пятый снова ставим пятый палец на до. То есть ставим пятый палец, чтобы нам здесь удобно опять сыграть всеми пальцами. Четвертый, третий, второй. Первый на фа. И ре. Первый пальчик. И си. Скачок на четвертым пальчиком. И третьим на ля. Так, отлично. И левая рука у нас здесь. Начинает от ноты до, пришли к ноте до, соль, до, запомнили, и добавили нотку ре, рядышком с до, и дальше си, фа диез, и ре диез, ля, то есть вот так. Если посмотреть, вот эти вот через ноту идут си, ре, фа, ля, но мы будем играть вот так. Фа диез, потом возвращаемся на ре диез и ля, верхняя нотка. Затем от ля, ми,
ля, тоже крайние звуки октава, и добавляем си, до. Это у нас как сначала было такое ля, ми, ля, си, до. И ре, ля, ре, добавляем ми, фа. Еще раз. До, соль, до, ре, си, фа диез, ре диез, ля, ля, ми, ля, си, до, ре, ля, ре, ми, фа. А теперь соединяем. Здесь получается в правой руке вот эти ноты. Фа, ми, ля, си. Они одинаковые такие. На одну ноту две ноты в левой. Смотрите. Фа. Здесь нота. И здесь вместе до и ми. Так, дальше ля. И здесь вот это си, фа, диез. А на си вправо идет ре, диез и ля в левой. Вот это место еще раз. Чуть поживее его. Оно очень красивое, но такое поучить немножко надо. И дальше, как сначала, играет левая, то есть до и здесь ля. Ля, ми, ля, си, до. И играет правая си, ля, соль, фа. На фа уже ре вступает. Ре, ля, ре, ми, фа. И правая вступает после того, как сыграла левая. Ре, си, ля. Угу. Еще разочек весь этот кусочек второй. Фа и здесь до. Вместе левая. Вместе левая. Вместе левая, 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 правая, 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 вместе левая, 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 правая, правая, правая. Угу. И чуть сдвинем темп. Угу. И возьмем следующие три такта вступления, чтобы все вступление у нас было уже сыграно. Это соль диез в правой руке, первая октава. Затем две короткие нотки соль, ля, си. На си посидим. И ля, ля. Еще раз вторым пальцем соль диез. И от этого, от этой же ноты соль, ля, си. Ля, ля. Две ноты ля. Второй, третий, четвертый, третий, третий. В левой руке у нас ми, си, ми, си, ми, си, ми, си. То есть два раза повторяется ми, си, ми, си. И потом ля, ми. То есть средняя нотка у нас, мы возвращаемся на нее, да, сейчас в этих трех тактах. Та, 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 вернулись, та, та, та. Та. И ля, ми вернулись. И ля в конце, то есть мы вот так играем. Пятый, второй, первый, второй и пятый. Сейчас мы соединим, и вы уже все поймете. Левая рука вся ровная в этих трех тактах. Там, пам, по четверти. Там, пам, пам, шагают. Ля, ми, ля. И последняя нотка на весь такт. Вместе, вместе, си, ми в левой, и на последнюю си мы играем вот эти две нотки, соль, ля, и на си, снова ми, си, ми, на ля, нотка си. И вот здесь мы пятый ставим на ля, потому что у нас пойдет дальше ля, ми, ля, ми. Ля, держим ля. И вместе еще раз. Вместе левая, левая, вместе правая, вместе левая,
левая, вместе, вместе, левая, 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 левая. А дальше у нас пошел первый куплет. Остыли реки, и земля остыла. Возьмем прям даже вот эти два такта. Остыли реки, и земля остыла. Угу. Аккомпанемент у нас будет здесь совсем легкий. Это две нотки. Ля, ми, ля, ми, ля, ми, ля, ми. Они подписаны. И играть с пятым и первым пальцем. Правая рука. Ми в первой октаве. Ми, ля. Ми, ля.